Es domāju, ka viss kārtībā. Es it kā pat gribēju, lai Dombrovskis turpina. Un ja viņš ir, tad lai turpina. Tālāk redzēs arī rezultātus pēc tam viņa rīcībai, darbībai. Ну, то есть, в смысле, это хорошо, больше стабильности. Ну и также тем, кто Международный валютный фонд и другие организации, они тоже будут более спокойны, что у нас тут стабильность в стране. Я не гражданин, оккупант. Я не участвовал в выборах, и я считаю, что это ерунда полная. Какая разница, кого выберут? Здесь все равно ничего не будет.